болел и не страдал. Господи, помоги, чтобы он завладел сюда духом. Так же сюда дух. По эту сторону. Распой, не бойся. Пуни чистый, Коран не чистый, пили, чтобы на удачу владели сюда духом. Вот выслушай, молодой, вот кроме вот этих 50 рублей, кроме вот этих 200-300 рублей, на другом месте еще чьи деньги имеешь, свои или чужие? Эти деньги? Да. Ну, свои, последние. Вот дуньте на них духом, дуньте. Еще раз, на третий раз, и для последнего раза. Когда же я тебе думал, когда мы купали, где? А, что-то у вас сидим, где? Дуй для последнего. Раскрой так на твои деньги, что ты оттуда получила. Раскрой вот так, соедини, не бойся. Не бойся вот так, свои 200-300 рублей, соедини, не бойся. Заворачивается кар, заворачивается его пелей, чтобы хорошо было. Дунь сюда, дунь, вот так. Дунь нечистый, духа нечистая, сюда дунь на свои 500 рублей, дунь. Вот это тратить можно, вот это тратить не надо. 200, все, давай, забирай бабки и все. Сейчас я верну, не бойся, сынок, что ты меня так... Сейчас 500 рублей вытащишь, Ваня. Ваня, короче, под гипнозом, все. Вань, забирай бабки свои, пока, последние. Еще раз, и третий раз, кар, выходи, его пили, заходи, чтобы на удачу была. Вот это, ладно, 100 рублей тратить можно? Вот так. Снимай, снимай, сынок, бояться не надо. Я просто хочу это... Фокус, фокус, потом понять. Потом на интернет меня кинешь. Да, да, да. Денег заработаю. Вот так, не бойся. Соедини вот так. Вместе вот так. Не бойся. Сохрани. Уже пятихат доставит, ебать. Вот так. Ваня, забирай Карп, бабки уже, блядь. Верну обратно, не бойся, не чистый карабль. Потом Ваня скажет, что я... Ну все, все. Забирай бабки, блядь. Деньги верните, нет, все. Сука, вот. Уже двери открой. Повезется в любви, повезется в семейных делах, твои 500 рублей на время сгорят. По нечистому духу, нечистому силу. А у тебя там бумажки сейчас будут, Вань. Там денег не будет, там будут бумажки. Вылетает нечистому духу, нечистому силу. Удача тебе будет хорошая. Все, развела тебя, короче. Ну ты лох. На интернет обязательно кинешь, у меня все хорошо будет. Удача вам. Ваня, бля, я же говорю, бабки забирай, хули ты мозг ебешь, блядь. Сколько забрала-то? Нахуя.